комка – водоросль, скапливающаяся на мелководье. Самая благоприятная среда для ее развития – теплая вода. После шторма, а также во время донного течения, комку выбрасывает на берег. Муниципальное предприятие «Объединение курортных услуг» борется с нежелательными дарами моря на протяжении всего лета. Чтобы не беспокоить отдыхающих, работают вечернее и ночное время суток. На вооружении 14 единиц техники, 8 тракторов, 2 больших погрузчика и 4 самосвала. Убраны пляжи Витязева, все 3 GMT. Ну, центральный частично, вот мы доубираем его, и сегодня, я думаю, мы постараемся добить территорию от речки Анапки до Белого пляжа. Только за четверо суток с пляжей было вывезено порядка 1460 тонн комки. По словам специалистов, бороться с водорослью можно лишь механически. Это не самая критическая отметка в июне месяце, самая критическая – это июль-август начало, когда уже более температура воды устоявшаяся. Вот, поэтому я думаю, что мы с этой бедой справимся. В прошлом году с анапских пляжей было убрано порядка 100 тысяч тонн комки. Прогнозов на этот сезон специалисты пока не дают, но отмечают, что готовы к любому развитию событий. Есть необходимая техника, люди и задача, поставленная главой города – не расслабляться ни на минуту. Ольга Родина, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.